вам нужно? Письма вашего любовника. Их здесь нет. Ставьте. Я уже говорил вам, что не позволю вам принимать вашего любовника для себя. Но мне нужно было видеть его, чтобы... Не вхожу в подробности. Для чего женщине нужно видеть любовника. Неужели вы не видите, как вам легко оскорблять? Оскорблять можно честного человека и честную женщину. Но сказать вору, что он вор, есть только констатация факта. Это новые черты жестокости, я вас еще не слышу. Жестокость? Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кровь имени, только под условием соблюдения приличий. Это жестокость? Это подлость! И какую жестокость, если хотите знать? Бросить мужа, сына, для любовника и жрать хлеб мужа. Вы можете такое положение лучше, чем я сама его знаю. Но зачем вы все говорите мне? Зачем? Чтобы вы знали, что так как вы не исполнили мои просьбы относительно соблюдения приличий, я принимаю меры, чтобы положение это кончилось. Скоро оно кончится и так. Да. Скорее! Чем вы придумали с вашим любовником? Вам все время требуется удовлетворение вашей животной страсти. Не надо, не надо, Алексей Александрович! Это низко! Вы только теперь помните! Но страдания человека, который был вашим мужем, вам не интересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась. Вам наплевать на то, что он перестал. Вы оговорились. Перестрадал. Я пришел сказать вам, что завтра уезжаю в Москву и более не вернусь в этот дом. И вы будете иметь сведения обо мне через адвоката, которому я поручаю дело о разводе. Сын же мой переезжает к сестре. Алексей Александрович, вам нужен Сережа, чтобы сделать это не больно. Вы же не любите Сережу. Алексей Александрович, оставьте мне его. Потерял любовь даже к собственному сыну, потому что с ним связано мое отвращение. Оставьте мне Сережу! Оставьте мне Сережу! Возьму его! Ну оставьте мне его! Нет! Я скоро рожу! Заседание комиссии 17 июля. Но последствия этой победы подрезали меня. Новая комиссия для изучения быта инородцев была составлена и отправлена на место с необычайной быстротой благодаря моей же инициативе. Через 3 месяца были получены блестящие результаты. И результаты говорили в пользу мнения моего и моего министерства. Но стрём, чувствуя себя задетым за живой, вдруг переменил тактику. Увлекся с собой некоторых других членов своего министерства, он вдруг перешел на мою сторону из жара. Не только защищал, но и предлагал другие меры, как бы дополняя те меры, которые приняло мое министерство. Меры эти были приняты. И только тут обнажилась коварная тактика стрел. Меры эти, доведенные до крайности, вдруг оказались настолько глупы, что в одно и то же время и государственные люди, и от
общественное мнение газеты все. О прошлостях тебе негодует, а сами меры инициатор, то есть на меня стрёмно. Тут же отстранился, делая вид, что он только следовал моему примеру, это подрезало меня. В комиссии произошел раскол. Вследствие этого, я честно, вследствие павшего на меня презрения за неверное жены положение мое стало весьма нетвердо. И в этом положении я принял важное для себя решение. Неожиданно для всех я вынужден был просить решение самому лично отправиться на место. Получив это разрешение, я отправился в Москву, где остановился на один день в гостинице перед отправкой в дальние губернии. Нельзя не верить фактам, Дайса. Что она сделала? Она что именно она сделала? Презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала. Не может быть, вы ошиблись. Весьма трудно ошибиться, Дайсанна, когда жена сама объявляет о том мужу, объявляет, что 8 лет жизни и сын, что все это ошибка, и что она хочет жить сначала. Может быть, Анна, и порог я не могу сойти, Дайсанна. Не могу верить этому. Как бы я дорого дал, если бы за мной еще было возможно. Вы знаете, когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем теперь. Когда я сомневался, была надежда. Теперь нет надежды. И все-таки я сомневаюсь во всем. Я ненавижу себя. Да, мне кажется, что это не мой сын. Я очень сейчас опасен. Вы неужели это правда, что вы решились на развод? Я решился на последнюю меру. Мне просто больше нечего делать. Нечего делать, нечего делать. Да ведь нет, да, нечего делать. Там-то и дело. Дайсанна, что в таком роде горе нельзя, как в любом другом, в потере, в смерти нести крест. Тут нужно действовать. Нужно действовать, нужно как-то выйти из того положения, в которое вы поставлены. Нельзя! Жить втроем! Я понимаю. Я очень понимаю это. Но постойте. Вы христианин. Подумайте о ней. Что с ней будет, если вы бросите его? Я думал, Дайсанна, немного думал. Вы знаете, я ведь это самое сделал уже после того, как мне было объявлено ей. Я оставил все как есть. Я старался спасти ее. И что же? Она не исполнила самого легонького моего требования. Соблюдение приличий. Спасать можно человека, который не хочет погибать. Но если натура вся так испорчена, развращена, что сама погибель кажется ей спасением, то тоже не все. Только не развод. Ну что все? Но это же ужасно, она же будет ничьей женой. Она же погибнет. Очень благодарю вас, Дайсанна, за сочувствие, но мне пора. Нет. Постойте! Постойте! Да постойте же, вы не должны погубить ее! Послушайте, я вам скажу про себя! Я вышла замуж, и муж обманывал меня! Злобе, ревности. Я хотела все бросить. Я хотела сама. Но я опомнилась. И кто же? Анна спасла меня. И вот я живу. Дети растут. Муж возвращается в семью. Делается чище, лучше, благороднее. Я простила. И вы должны простить. Вы должны простить. Простить. Простить я не могу. И не хочу. Считайте справедливо. Я для этой женщины сделал все. И она затоптала это все в грязь, которая ей свойственна. Я не злой человек. Я никогда никого не ненавидел. Но ее ненавижу. Всей душой. И эта ненависть, она происходит помимо моей воли. Ненавижу! За все то зло, которое она мне сделала, понимаете, Дайсанна? Любите ненавидящих вас! Ха-ха-ха!
Извините, Дайсон. У каждого, знаете, своего горя достаточно. Алексей Александрович, вам две телеграммы. Пожалуйста. Алексей Александрович, невольное ваше пророчество сбылось. Назначение Стрёмова на верхнюю должность в правительстве есть свершившийся факт. Точка. Потому что действительно, кого Бог хочет наказать, того он лишает права. Как они не видят? Как они не понимают, что это болтун, фразер, Стрёмов! Он же меня всего хотел себе этой должности. Как они не понимают, что куда себя, свой престиж, эти назначения? Ну, вторая, конечно, тоже что-нибудь в этом же роде. Нет, обмана, при котором бы она остановилась. Какова их цель? Они хотят заманить меня. Они хотят опозорить меня в общественном мнении и помешать разводу. Они хотят задушить, как собаки, которые хотят задушить визжащую, истерзанную ими собаку. Но нет! Я более не позволю тебе глумиться над собой. Петербург! Порн! Курьерский! Ну, если это все обман, я ей скажу и выскажу все, все до последнего слова. А если это правда? Нет, не правда. Стрёмов завидует мне и ненавидит меня. И она ненавидит меня. И все мы ненавидим друг друга. Это неправда. Борьба и ненависть одно, что... Это неправда! Это правда! Борьба и ненависть! Она должна быть доказана. Мы все вместе. Жизнью расходимся. Она твоя, моя счастье. Она ее. Она мое. А я ее. И Гриша, и меня, и ее. Гриша! Все! Все мы противоречивы сделаны! Финт! Свинт! Она не должна умереть! Всему свое время, Александр. Каждая вещь под небом. Все произошло из страха. И все возвратится в прах. Время. Время любить и время ненавидеть. Время смеяться и время плакать. Время врачевать и время убивать. И сказал я сердце свое. И правда, и нечестивого уйдет. Судить Бог! Его забил прошедший. Бог! Бог, а не вы! Нет! Мне! Мне отмщение! Я восстал! Что, парень? Что, парень? Что, парень? Здоровье! Как здоровье? Очень плохо. Вчера был доктор Сосед. Вещи! Вещи возьми! Кто здесь? Она умирает. Доктора сказали, нет надежды. Ой, слава Богу, что вы приехали. Она все опасная вас. Опасная вас. Все время вспоминала. Доктора, ко мне. Господи. Никогда. Никогда я еще не хотел ее смерти, как теперь. Да где же Алексей Александрович? Ну я же просила вас дать ему телеграмму. Вы оттого говорите, что не простите, потому что вы не знаете его. Его глаза надо видеть. У Сережи точно такие же глаза. Я оттого их и видеть-то не могу. Дали ли Сереже обедать? Ведь я знаю, все забудут. А он бы не забыл.
приехал. Ничего не буду понимать. Теперь я все понимаю. Я все вижу. Да постойте же. Постойте! Да постойте! Я вот что хотела сказать. Я все та же. Но во мне есть другая. Я ее боюсь. Во мне две Анны. Одна полюбила того. И хотела возненавидеть тебя. Но не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я. Настоящая я вся. Я теперь умираю, я вижу. Ну вот же они, буды. На руках, на ногах, на пальцах. Пальцы-то вон такие огромные. Мне только нужно. Прости меня. Я знаю, я ужасна. Но мне не говорила. Святая мученица, Господи, ну как же ее звали? Она же хуже была. И я поеду в Рим, там пустыни, и тогда я никому не буду мешать. Только Сережу возьму и девочку. Дай ему руку!